Смайтец. Это редкий пикус Купидонус. 3 на 3 ранкет. Поэтому мы будем сейчас жарить на Купидоне. У них пик лучше, но мы их выиграем. Делайте скрины. Кто будет смотреть видос. А в конце видоса поставьте лайк и подпишитесь на канал. Либо не делайте скрины, потому что я его, может быть, и не выложу. Потому что мы, может быть, и не выиграем. .020, говорит, будет. Блин. Такая вот поддержка у Димаса. А потом говорит, почему я еще не модер. Такие вот у нас ребята. Я могу злиться. Так, все, подводочку для Ютуба запилили. Теперь погнали катать. Между модерами мне можно. Я пока... Отлично. Кукулькан получает люлей. Дай! Сейчас будет бабах. Да не будет. У-ху-ху. Ее просто распилило в говнище. Неплохо. Мы стартанули. Неплохо. Вот это то, что у них есть в Дискорде, это просто жопа на самом деле. Ты думал, я тебе красное дам просто так? Ева, не увидел, не увидел. Понял, понял. Понял. Слушай, она обещала посмотреть. Ай, блядь. Она обещала посмотреть, потому что там может кончиться ограничение. Кончится место по приложениям в группе. Типа там есть ограничения какие-то. Ну, короче, она сама сказала, посмотрит. Я ей предложил, чтобы я занялся этой штукой. Но... Схавайте, пожалуйста, мне мана нужна. Спасибо. Так, у меня есть ульт. Значит, в теории мог бы запилить вон в Дискорде, и она бы распилилась от этого. Собирать мы с Купидона будем пушку, чтобы он херачил, ну, просто немыслимо много дэмэджа. Мы попадаем. Мало дамажит, нужен трансценденс. Ой-ой-ой-ой-ой. Терра, аккуратно. И просто меня убивают с руки. Почему? Потому что у меня не было хп. А они все выжили, кстати. Но они очень рано лезут, на самом деле, под вышку. Очень много урона у Терры. Прям... У нас так, походу... Сорян. У нас, походу, парень на Терре закирит. Такая у нас будет чиллаут музычка сегодня. Почему-то очень низкого левела Артемида сейчас. Не понимаю почему. Тактера сама по себе имба, да, согласен. Поэтому ее в следующем патче и немножко приструнят, так сказать. Почему
Это Геркулесова такие. Им вообще все равно, кого притягивают. Но он хотел сейчас Теру притянуть. Подкинуть. Зачем? Зачем? Вам смотрите, что делаю. А! Ну я убил его. Но опять мы лезем без хп. На самом деле узкий проходик был для файта. Было тяжело это сделать. Они еще и пушку нам сейчас подпушат. Но ничего страшного. Сейчас мы попробуем реализовать Купидона, который, не знаю, сейчас вообще не в мете, как по мне. Жесть, у нее урона просто немыслимое количество. Посмотрите, что она сделала. Просто охренеть. Если бы ловушку не попалась, могла бы просто, блин. Ну нехило так додамажить. Да ты запарил уже, алло. Ладно, хотя бы ему накидаю. Да господи, да сколько урона-то. Блин, тут еще красный есть. Ну что за бред? Че, куда купит этот полез? Ну, ладно. Ой, вот так вот за красные дерись потом. Пока тяжело. Пока мы топ-дэмэдж, но нам тяжело. Где-то, кстати, и не получил вот эти иконки. Ну, рип-рип вот это. Как-то мне чуть неинтересно их получать. Кукулькан, мы бы это срулишь? Я тебя могу подхилить, конечно, но а чё толку-то? Тараба все не била. Чё он собирает? Ну, пока он собирается в такого, да. Он пришел кукулькан с базы. За это мне не нравится против дискорда играть. Это просто имба, имбуще в 3 на 3. За 2 с плана ему все хп снесло. Беги. Хорош. Да, убьет, убьет, убьет. Убьет, не убьет. А было бы смешно. Хорош, хорош. Это было четко. Далеко-то культ катится. Пойди два тех возьми. Не услышал его фразочку. Он что говорит? Мир должен быть моим, да, он сказал. Нужно больше урона с ульты. Смотри, что делают. Вот один ее спел просто подавляет всю нашу атаку вообще в ноль. Ну застань его, алло. Ладно, сам убью, ладно. Или не убью? Убил. И дабл килл.
Была хорошая возможность попасть, конечно, но ладно. Что-то я не реализовал совсем. Ну, пока вроде бы идем нормально. Да не собирай ты баночки, ты же бэкаешься. Ладно, я бэкнулся, ладно, подождем. В 3 на 3 монетки побыстрее копятся. По 6 за секунду, поэтому мы подождем. Теперь будет больно и Геркулесу тоже. У них слабая Артемида. Она зачем-то собрала Сулитер. Вообще я думал собрать Сулитер, если честно. Жесть, я просто куски от него откусываю. Очень жестко. Застань. Вот так вот мы делаем даблкил. Делаем мы триплкил. Что нам остается? Нам остается убить быка и протаранить им титана. Берем мы криты, потому что мы собираем пушку. Пушку-раскривушку. И идем заканчивать. Даже должны дефать почему-то, но что-то они не дефают. Не знаю. Достань его хотя бы. Все, теперь мы сносим титана, я думаю, уже. Блин, и достает этот до меня. Это очень плохо. Но я знал то, что так и будет. То, что она его убьет. Это было совсем глупо. Вот он умрет. Он его, наверное, с руки забьет. У него ж замедления нету. Лол, не... сейчас подкинет. Подкинет. Если он его убьет, будет эпично. Да ла... хорош. Нормальный, нормальный момент в каточке. Не хватает нам немножко для критов. Good for you. Но это действительно good for him. Потому что он очень круто сделал. Все, теперь нам хватает на криты. Мы... ну, не будем помогать, ладно. Будем жопошниками. Тем более там разница в левеле такая, то что в любом случае уйдет при всех раскладах. А нам криты нужны. Потому что чисто в теории мы должны сейчас закончить. Вот я что думаю. Дела? Да дела хорошо, отлично. Дела очень-очень даже ничего. У меня выходной, и это уже хорошо. Есть стрим, и это хорошо. Есть вы на стриме, и это вообще замечательно. Отлично, достаем мы первым. Привет, Крио, привет. Не, я довольный. Мы поиграли в Destiny, было круто. Я недовольный тем, что я сейчас умер почему-то. Это было глупо, вообще глупо с моей стороны. Точнее, я не понял, у меня, походу, дело вот это маленькое солнышко до меня докатилось.
Я эту катку выложу, даже если мы проиграем, наверное. Потому что катка интересная, прикольная, мне нравится. У них хороший пик, как бы, у нас хороший файт. Тера сейчас убивает Артемиду, естественно. Там дэмэджа просто. А я, наверное, пойду БК фармить. Блин, нет, все-таки нужно файтиться, наверное. Просто жесть, какое количество урона Тера делает. Хорош, хорош. А мне вот типа пофигу, что у меня будет. Потому что я играю. Главное, чтобы катка была красивая, хорошая, прикольная, с красивыми моментами. Типа... Да не важно мне, какой у меня дивизион будет. Я что, с кем-то мериться буду, что ли? Калачик, ты куда делся? Как здесь подписаться на канал Максут? Я не знаю. Там где-то должна быть кнопка какая-то. Я Good Game'ом пользуюсь постольку поскольку, поэтому лучше подпишись на Twitch. Лучше сделай себе Prime бесплатно и подпишись платно на меня. Как у нее стан не прокатит. Ого, хорош. Урон. Крут. Да почему она в меня-то? Видите, что она делает? Она пытается, типа, меня убить. Жесть, мы как выхилились, кстати. Кто-то у нас даблкил. Ну, в теории. Спасибо за поддержку. Спасибо. Тихо из города. Я думаю, мы будем просто пушить. Спасибо, ребят, за подписки, за помощь. Вот такая каточка, поэтому все, кто смотрел, а я ее выложу на YouTube, все лукасы ставим, подписываемся.